Голубев Иван Дмитриевич, полный кавалер Ордена Славы. Родился 28 ноября 1903 года в деревне Засеки, ныне Струга-Красненского района Псковской области. Участник Советско-финляндской войны. С началом Великой Отечественной войны оказался оккупированной территорией. В марте 1944 года, после освобождения родных мест, добровольцем ушел в Красную армию. С апреля 1944 года участник боевых действий на Карельском перешейке. Командир орудия 340-го стрелкового полка 46-й стрелковой дивизии 2-й ударной армии 2-го Белорусского фронта. Младший сержант. Участвовал в боях освобождения города Выборг, Псковской земли, Эстонии, форсировал Чудское озеро. 19 сентября 1944 года в районе эстонского села Аиду ефрейтор Голубев вместе с расчетом артиллерийским огнем разбил вражеское противотанковое орудие. 3 огневые точки, разрушил 4 дота. Был награжден орденом славы 3-й степени. В дальнейшем освобождал город Пярну, затем сражался на польской земле, уничтожил несколько танков. Стал командиром расчета. 14 января 1945 года при прорыве обороны противника у польского города Пултуск своевременно выявил огневые точки, уничтожил штурмовое орудие и 2 крупнокалиберных пулемета. В январе 1945 года расчет младшего сержанта Голубева осуществлял огневое сопровождение наступающих стрелковых подразделений на Вислинском плацдарме. 27 февраля 1945 года был награжден орденом славы 2-й степени. 25 марта 1945 года был награжден орденом славы 2-й степени повторно. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 19 августа 1955 года в порядке перенаграждения Голубев Иван Дмитриевич был награжден орденом славы 1-й степени, став полным кавалером ордена славы. После войны жил и работал на родине, скончался 15 января 1980 года.